Привет, рыбак! Привет, привет! Так, где тут моя хорошая? А, вот ты где, вот ты где. Моя миленькая, хорошенькая, любимая моя. О, и второе пошло. Молодцы, молодцы. Вы мне очень нравитесь. Так, так, не отставать, сказал. Давайте, пошли. Ой, так. О, нет, одна того в люке застряла. Так, ну пойдемте. Так, вы пойдете или нет? А, так бы сразу. Двойное комбо, молодцы, молодцы, молодцы. Так, ну что ж, всем привет, друзья. Сегодня мы играем в игру Super Bear Adventure. Ну и вот, в этом видео мы спасем одного медведя в Биомотепской пустыне. Тебя! Привет, Зипхур! Скелета спасем. Не знаю, как он тут живет, но как ты не вымер еще. Хорошо, что все медведи в Биомотепской пустыне свободны. Но я думаю, вы знаете, чтобы спасти этого медведя, мы должны найти 125 монет в Биомотепской пустыне. 125 монет в самом крупном регионе. Юху! Так, а, нет, нам... Так. Поехали сюда. Так. Так, тут у нас наш песчаный дружочек, пирожочек будет. Так, тут еще монетка. У нас уже 6 монет. Много, 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 да. Так, ну что же, прыгаем. Ю-ху. Так, молодцы, молодцы. Неужели с первого раза получится? А, ну да, конечно, получится. Давайте... Я могу, давайте подумаем, я могу так прыгнуть, что я возьму отсюда ключ. Нет, не взял я его близок. Ой, вы посмотрите на них. Ну, отсюда точно возьму. Ей, я знаю, ой. Привет, приветик, приветик, приветик. Ой, ударились-то. Мы уже взяли ключик, спасибо. Так, кто-то там какой-то... А, вот ты где был. Ну, мы пока что спокойненько. А, ходим, соберем монет. Не, вы видите, у нас только что ноль было. У нас уже 21. Как быстро мы их все накапливаем. Так, где моя тачечка? Мой квадроцикл? Ну, Александра, давайте освободим. Ты освободил, Александр. Давайте возьмем сердечко. Ты уже заспавнился. Ну, блин. Сколько мне с тобой воевать-то надо? Пошли. Да, пошли в деревню Фиников. Едем. Едем. Ёчно. Мы же на тачке едем. Квадроцикле нашим любименьком. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, финёчки нет, дружочки, пирожочки нет, финёчки. Это деревня Фиников. Они раньше поклоняются медведям перед династией пчел. Так, это там кто? Фиников? А, что? Да вот как тут это вообще образовался? Получай. Молодец, хороший феник. Сразу убился со второй попытки. Ну что ж, мы здесь. Так, начнем. Так, ну что же. Тут монетки. Если вы не знаете, тут есть коридор. Я раньше тоже о нем не знал, но он очень полезен. Тут целых 3 монеты. Так, ну что же, прыгаем. Теперь по ящичкам. О, да, и монетку взяли. Так, там 4 монетки. А, даже 5 в той стране. Тут меньше. А, нет, в этой стране также. Нет. Нет, главное, чтобы феники тут не образовались. Но они уже заспавнились, я думаю, за это время. Так, ну что же. А там еще есть там. Да. Прыгнем. Так. У нас уже 37 монет. Вот. Вот здесь монета, которую я имел в виду. Так, прыгаем. Так, ну что же, прыгаем. Так. А, можно же отсюда прямо. Надеюсь, получится. Да, получилось. Yes. Ну, пойдемте дальше. Ой, то есть, поедем.
Главное, нужно расчистить от фиников все. Реально, да-да-да. Вот так вот. А нет, давайте лучше так. Давайте на мельницу. Хотя лучше... А, нет, лучше в постройку. Ой, куда мы гоним? Куда мы гоним? Не, ну вы видите, как мы гоняем вообще тут. Нет, не-не-не-не-не-не-не. Не, ну мы гоним на огромной скорости вообще. Как? Мы считай четвертину этой. Прямо типа пустыни прокатали. Так, тут где-то... А, да, тут есть песчаный мишка, я знаю. Ты что, меня напугать решил? Ну вот зачем? Зачем? Ну зачем он меня пугает? Думаешь, я тебя не знаю, что ты там... О, а там два. Ну, замечательно. Такие вообще ловушечки мне очень нравятся. Так, то песчаные мишки все-таки немного умные. Они могут пойти туда. А, я знала. Неужели вы по лестнице умеете забираться? Нет, слава богу, не умеют. Ну, пока мы тут. Так, там целых 4 монетки. А там еще больше. А, давайте вот тут пособираем. Юху! Ой, чуть не упали. Нет! Еее, получилось! Так, там была монетка? Там была? А, нет, там нету. Так, ну там 4 монетки. У нас уже 54. Нет! 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 Мы практически нам ни одного сердечка тут не отняли. Так, ну что же, прыгаем! Получай, получай, получай! Не знаю, как этот медведь все тут... Так, ну что, прыгаем за сердечком. Так. Потом этого медведя освободим. Нам тут еще монеток нужно много собрать. Так. Сюда встаем. Так, тут было много монет. Сокровищница целая тут у нас. Так, ну что ж, прыгаем. Так. Так. Так, я не понимаю, неужели я все монеты собрал? Неужели я на этом... Так, так, вы там, конечно... А, вы не вернулись назад? Вы не заспавни? А, я же их и не убивал. Так, здесь монеточка есть, я знал. Я не мог тут все так быстро собрать. Ой! Фух. А чуть не упали. Так, мне ли кажется, или мы тут всех все монеты собрали? И хорошо, что я помню место, где есть мой квадроцикл. Где мой квадроцикл? Да, вот оно где. Так, теперь давайте к башне. Так, давайте объедем деревню фиников. Нет. Кнопка зада. Кнопка зада, кнопка зада. Тра-та-та-та-та. Объезжаем, объезжаем. На-на-на-на-на-на-на. О! Не, ну вы видите, как мы гоним вообще? На скорости света. Куда машина-то улетела? Не, ну вы видите, куда она улетела? Так, здесь, я помню, у нас было 4 монетки. О, а как мы ту пропустили-то? Так, теперь прыгаем сюда. Здесь должна быть монеточка. Или нет? А, скорее всего, нет. А, тут, на этом уровне была, я видел. То есть на этом... Давай, 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 давай. Ну тут, а, вот она. Неужели мы так медленно целый круг, кружок делаем? Ну давай же, а, появилась. О, так, на следующем уровне будет монетка. Вот на этом. О, вот она, вот она. Так, здесь собираем, ждем, пока это активируется. А тут прыгаем и... Ой! Нет, нет, ну вы видели, обидно как. Будем прыгать. Юху, юху. Здорово. Так, давай, прыгай сюда. О, вот. Давай. И собираем тут 2 монетки. One. Давай. Two. Yes. Так, мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим, если мы какую-то монетку пропустили. Но я думаю, мы все собрали. Юху! Так.
А, там забыли монетку. Ну, ладно, давайте не будем подниматься из-за одной монетки. Давайте к крокодилам. А как ты тут оказалась? Скажи мне, а, тачка моя. Не, ну вы видите? Только что была там, а теперь... так. Проехали по кнопке. Я думала, она исчезнет, когда мы проедем по кнопке. О, батутик. Я помню этот батутик. Он мне очень нравится. Мы тут очень высоко летаем. Ах, обидно. Так. Какой прекрасный вид. Да. Юху. О, ну почти на домик. Есть. Так, на домике еще две монеточки есть. Там еще есть две монетки. Так. Давайте сделаем прыжок БА. Нет, нужно было разбежаться как-нибудь. Давайте. Да, получилось. Здорово, здорово, здорово. Так. На пальмочках еще есть монеточки. На пальмочках. Так. Так. Вот тут есть. Не нравится так быстро путешествовать по пустыне. Так, там еще были монеточки, но мы их соберем потом. Это, кажется, последнее. А, да, мы там чуть крокодилы не упали. А, мы уже все собрали. Так, у нас 91 из 100 и 125. Давайте пойдем туда. Все равно с такими длинными прыжками мы все сможем. БА, БА, АБ, Б, Б, БА. Есть. Тут аж 4 монетки. Спасибо. Спасибо вам большое. Нет. А вот зато монетку собрали. Так, ну что же. У нас еще немного до 100. Остальные 25 мы можем собрать, ну, в двух местах. 98. Давайте к сфинксу пойдем. Так, ты там... А, да, ты там был. Но ты нас все равно никогда не догонишь такими... Мы с такими длинными прыжками от тебя ускок... Точно, мы же как же мы... А, там 5 у нас монеток есть, но тут... Как же мы без тех... Так, короче, мы тут без транспорта ходим, потому что все очень близко. Так, давайте... Вот, пойдем на пирамиду. Потом, кстати, рядом с входом в пирамиду есть тачка. Ну, короче, кнопка, с помощью которой можно активировать тачку. Сейчас соберем, побьем там пчелок. О, там еще есть монетки. Ю-ху! Так. Так, да, это я помню, что это карта внутренней части пирамиды. Да, спасибо за информацию, очередной чика. Так, там нас ждут наши подружки-пчелки. Получайте, 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 получайте. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Получайте. Получайте в кавычках. Есть, так. Теперь, наконец-то, так. Так, теперь пойдемте. Так, куда мы пойдем? Куда мы едем? Давайте в ту пещерку, там, вот туда, где написано «не входить». Но там есть целых 6 монет. Извините, но мы туда вошли. Так, все хорошо. Есть, так, чуть не упали. Есть, так. Давайте подождем, а то мы так не упадем. Так. То есть не узнаем маршрут. Так, ну что ж, прыгаем. Ю-ху! Ой! О, нет. Давайте оттуда. Да. Значит, есть, так. Есть. Так, теперь прыгнем туда. Есть. 6 монеток. О, у нас 120. Там можем найти целых 5. Круто. Нет, обидно. Так, сейчас главное не упасть. Хоть бы не упасть, пожалуйста. Мы не упали. Мы не упали. Я рада, что мы наконец-то вышли. Чика, мы почти завершили нашу миссию.
Ну, точнее, наше задание. Осталась последняя. Последняя монета. Еее, 125 монеток. Так, там песчаные мишки, правда? Так, ты за мной не пойдешь, ты меня вообще не догонишь никогда. Даже если догонишь, я тебя прибью, песчаный медведь. Рад, ты освободил Зепху. Ладно, друзья, всем пока.